Ряды главного телеканала Якутии пополнили 13 продюсеров. Сотрудники НВК «Саха» успешно прошли повышение квалификации в Академии медиаиндустрии. Они получили диплом о профессиональной переподготовке по программе «Продюсерская деятельность на телевидении». Договор с Московской Академией медиаиндустрии заключили 2 года назад. В целом в России о продюсерстве начали говорить еще с 90-х годов. И сегодня НВК «Саха» готова пойти в ногу со временем и уже со следующего сезона полностью перейти на продюсерскую модель вещания. Последние 2 года мы работаем по продюсерской системе, но стараемся, да, проектами работаем. И у нас, например, был один крупный проект «Весна» на НВК. Он был полностью продюсерский. «Проспект Весна» проект полностью продюсерский. Ну, вот эти проекты показали, что действительно можно у нас в Якутии развивать и продюсерское телевидение. Так что мы ставим задачу уже со следующего года, то есть со следующего сезона переходить на продюсерскую модель вещания.